О чем ты мечтаешь? Новая машина прямо из салона? Достойный отдых на морях? Или ключи от новой квартиры? Воплощая мечты вместе с Аргыс Кредит. Икитенча сюрбесел бастакан аргар сага сырагыкка сурту салганар. Тердонагыс балхалак эдерса сахагыла. Жулур сыгырларда калын кагыты неделаксын күтүн. Сага сырагыкка почта барысалаларгар суруттары касып. Молох. Омасап тул. Бөлөшкө. Ана чыгын урайчы. Тамам шу. Like you said, get in. Really. Pressure head. I'm a crier, I can't help it. Виктор Левич, мой кумир. Здравствуйте, сегодня день второй. Второй день чемпионата мира. Гандаман! Конечно! Мам, тут лед есть. Я забыл показать вчера. Вообще ранее могу показать. Здесь лед хранится. Вот. Красный! Сегодня какие схватки будут интересные? Сегодня очень много интересных схваток. 74 килограмма. Ситаков, Барроуз, Чамиза, борьба за олимпийские путевки. Но, к сожалению, сегодня наши борцы представлены не будут. 61 килограмм борется завтра. Мы хотели, конечно, чтобы сегодня были хотя бы в утешительных схватках наши борцы. Но соперники, которые выиграли якутских борцов, они вчера дальше проиграли и вышли в финал. Ага, там добавили экраны, чтобы еще оттуда смогли смотреть. Вчера, позавчера ее не было. Расскажите, какую функцию волонтер вы именно вы сейчас делаете на чемпионате мира? Именно мы вот миром спортсменов с колл-рума первого проводим до колл-рума второго. А что это? Это колл-рум первый? Да, тренировочный зал до арены. Вот и вся наша работа. И вас не меняют, да? Вас. Ну, нет, в смысле вас. С 8 нам работаем. Нет, не с 8, а вас не меняют функции. Вот вы приурочены к чемпионату мира и делаете это каждый день? Да, каждый день. Ну, еще мы делаем какую-нибудь подручную работу, если нам надо, допустим, воду перетаскать или еще что-нибудь. Водичку перенести, да, чай. Да, 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 типа такого. А вы с России, да? Да, с Якутии. А, с Якутии. Да, Россия, Якутия. Почти казах, да, все так говорят. Очень похож, да? Да, похож. Еще один раз. Не, просто что? Вы поняли? Вот так перехватывают спортсменов, когда они выходят только с ковра и давай сфотографироваться. Да. Ну, я бы не стал так делать. Нельзя. Место для пресс-конференции. Хаджи Мурада.
digamos, tiene que entrenar. Lo bueno es que está diciendo bien. Y está entrenando muy bien, está haciendo bien. Lo bueno es que te da cosas porque es muy complicado. Después para zafarle, es más fácil ya no trabajar bien que marcó. No puede. ¿Me entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Mira, hay que trabajar y yo puedo hacer. Mira, vamos jugando. Mira, vamos a rotar el banco. Ahora trota un poquito ahí para que trote dos minutitos, aunque sea. What are you eating? Chocolate? It's chocolate? Mm-hmm. Борис – это зал хоккея. Вот, поэтому кругом фотографии хоккея местного клуба «Борис». تموم شد. جمع کن بعد از اون. به چی دیگه فکر نکن. تموم شد. به چی فکر نکن میگم بعد از اون. یک کشتی بعد از اون. یک کشتی بعد از اون. به چی فکر؟ گوش کن. گوش میکنیم. به همه چی تموم شده است. یک کشتی بعد از اون به آینده. مثبت، مثبت. You win? Там мокрое уже сюда закинуло. Файнал, конечно.
Украина, Россия. Украина пошла же? Да. Россия, да? Вот уже концентрацию теряем, а? Пиздец. I tried to stay out of that underhook because he did a good job. He slips that thing well. Yeah. But then I would get to his hips and he'd rush it back into me. And he'd really make that foot heavy. Yeah. And so like trying to get, and then he would lock his hands, kind of get pinch yes. my elbows. I saw that. And so it was hard to work to the corner, I think. Yeah. Just being bold there. And just really work into the corner. After that 4-point jump, I was kind of really. Здесь надо было бросать, рисковать тогда. Какая разница? Но, блядь, у него рука первая вышла, у тебя нога. Он считает, что рука с головой не вышла. Он считает, нога первая вышла. You let him. Zim Crane too? Yes. Mine too. Oh, very nice. Nice. Kevin. Oh. How are you doing? Good. You remember me? Yes, I do. In Yakutsk. Yeah, Yakutsk. Yes. Ха!
Oh, oh my God. Oh. Тахагул. Thank you.
My friend Michael Jackson. Guys, I was standing out front a lot. That's why he was able to kind of time my feet. So far away. Well, he came to me left foot forward. That's how he got up. You know? Третий этаж, зона фудкорда. Хабда, Инстаграм надо. Твой Инстаграм, Ютуб тебе. Ютуб. Как принимают журналистов и работающих в сфере медиа? Какие условия, ну, какие удобства? Как видите, у нас здесь такая большая инфраструктура, open space для работы на медиазоне. Также есть отдельная медиатрибуна, откуда можно следить за самими схватками и сразу готовить все материалы. Ну, кроме этого, стандартный. Это микс-зона, отдельная зона для фотографов, отдельно у нас предусмотрена ай-зона, это студия, где можно записать какие-то интервью, ну, с определенными спортсменами. Вот. Кормят журналистов в формате буфет, ну, это как шведский стол, то есть здесь предусмотрены закуски, горячие, холодные напитки для журналистов, все в свободном доступе. Вот, а также вот шкафчики для журналистов, для того, чтобы можно было складировать свои вещи, да? Не таскать, да, тяжелые линзы, объективы. Спасибо. И стол покажем, да? Стол у нас немножко необычный. Он состоит из многих розеток и сетевых фильтров, да? Сетевых фильтров, также предусмотрены провода на каждый стол, по два провода проводного интернета. Кроме этого, есть Wi-Fi, вот, во всех зонах. Касательно журналистов, на чемпионате принимают участие 396 представителей СМИ. Точное количество стран сейчас сказать не могу, но с большого количества стран. Вот. На вольную борьбу, кстати, очень много российских журналистов приезжает вот до сих пор.
приезжают, прибывают. Вот. Ну и особо хочется отметить, наверное, самую крупную команду, многочисленную, это команда, медиа-команда Японии, скажем так, потому что их приехало 59 человек. Да. Они же готовятся к следующей Олимпиаде, поэтому, да? Да, на самом деле они так и сказали, что этот чемпионат является репетицией Олимпийских игр, которые будут проходить в Токио в 2020 году, в июле. Поэтому они большим десантом высадились на казахстанской земле. Вот. И они очень работоспособны, то есть они приходят раньше всех, уходят позже всех, и дружненько все работают. Ну, во-первых, любителям спорта я желаю продолжать любить спорт, потому что спорт – это жизнь, спорт – это сила, спорт – это энергия. Любите спорт, занимайтесь спортом. Смотрите, следите за нашими спортсменами, поддерживайте, потому что поддержка спортсменов, она дает очень большой импульс, во-первых, для развития, во-вторых, для завоевания, ну, в данном случае, да, для завоевания медалей. И вот вы слышите, как гудит трибуна, и я считаю, что домашние стены подарят нашим спортсменам, скажем, дух, силу, и что поспособствует завоеванию, скажем, медалей и лицензии на Олимпиаде. Да, на самом деле роль СМИ вообще в спорте, скажем, она очень глобальная, очень высокая, очень масштабная. Почему? Потому что именно через представителей СМИ, через инструменты, через средства массовой коммуникации люди узнают о спортсменах, об их достижениях, об их победах, поражениях, как бы это грустно иногда не звучало. И хочу, кстати, призвать всех спортсменов, пожалуйста, не убегайте от журналистов. Давайте им комментарии, давайте интервью, делитесь своими впечатлениями, делитесь и сладостью победы, и горечью поражений, потому что, ну, в этом ничего такого нет, это жизнь, это спорт, и именно журналисты помогают в будущем стать известными, стать медийными, что в свою очередь очень хорошо отражается на карьере спортсмена. Это кроме одного, да? Нет, один тоже есть. У меня вездеход. Вездеход. Гүржі ұстадың палуаны Петер Шири, әлемнің екі дүркін чемпионы, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері. Brother of China, that's a matchup of two wrestlers who have been world silver medalists previously. Поздравляю. Спасибо. Пока ждем полуфиналы, можно смотреть окрестность бесконечной степи. Thank you.
взял за урбек. Там в углу, я смотрю. Come on, bro! Мне хотя бы ребята рут. Так, поздравляю. Нормально. Поздравляю. Спасибо большое. Удачи в финале. Спасибо большое. Сильное скопление народу здесь. Айнура, здравствуйте. Хотят со всеми сфотографироваться. Чуть поменьше их стало. Скоро будут финалы. 6 часов. Финалы 57 и 65 килограмм. Вот, да. То, о чем я говорил. Здесь никому пропуска не дают. Медали, медали чемпионата мира. Настал этот день. Шумей день шимде. Мен мекениме, мен гурмандарма, жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Поздравляем, поздравляем.
Теперь можно, все можно. Все можно теперь, да? Символ чемпионата мира. Ребята развлекаются как могут. Это Казахстан. А можно? Брат, было макюге. Жарко, да? Да, жарко очень. Вес гоняешь? Волонтеры развлекаются. Виктор Лебедь, мой кумир. Допинг контроль. Проверяет. Посмотрите. Are you crying? No. We crying. I'm crying, I can't help it. It's Norm, this is Norm. You're the best. How's it feel? Take time. It's okay. I can't stop it. A few years ago, we did this. We did a different kind of tears. Amazing job. We all crying. А ты один? 11:10, по-моему, что-то такое было. А, да. Баджарам Пуни выиграл. Выходит Отогура и Сутаев. Hello, we're from Dominic Control. Thank you.
Ты уйдешь, потому что не могу посмотреть шансы. А то вау, This position, why you change? Why you wake up? I speak, take him and stay. Why you wake up, won't touch? Stay. Отставайся, задерживай, говори. Зачем? Знаешь, идешь. Вот мы много потеряли. Referee give red 2 points. Zero характер. That's why you stay in push position. Why you Вся пресса, вот которые столько их много, это все японская пресса. И их очень много сегодня на этом чемпионате мира. И они, у них генеральная репетиция перед чемпионатом, ну перед Олимпиадой. Извиняюсь. А для одного отокура вся СМИ Японии. Какой-то скорость, это резкость. Ты буквально несколько недель стал как венгер стал. Как это, что это для тебя значит? То, что ты за Венгрию, цветок венгерская, как ты это воспринимаешь? Я очень благодарен Венгрии, то, что она меня приняла и дала мне возможность выступать на чемпионатах Европы, мира и нас будут на Олимпиаде. Я очень им благодарен. Это для меня очень значит. Я постараюсь своими достижениями радовать Венгрию. Работают японские журналисты после интервью с Отогуро. Можете, пожалуйста, снять допинга? Не дали пообщаться с журналистами. Просто взяли и с собой завели. Вам нельзя интервью. Сейчас он только что оторос. Хаджура, два слова. Хаджура, два слова. Давай, рассказывай о своих эмоциях. В прямом эфире ты. Конечно, я очень рад. Спасибо всем тренерам. Кто помогал, кто поддерживал, врачам, массажистам, всем. Конечно же, давно решил этому. И наконец-то это случилось. Спасибо всем. Вот это тоже положил, видишь? Спасибо, Варков. Это был у тебя план, вот досрочно завершить, ты вот, ну, вышел таким заряженным изначально. Я с первой схватки, я только настроен был бороться 6 минут до конца. Конечно же, не настраивался на 10-0 или 6-0. Выходил только, на 6 минут остановился.
когда он получил повреждение, не испугался, что из-за этого может быть там какие-то проблемы? Нет, у меня в прошлом году тоже было такое. И после этого чуть тяжело было дышать и не слышал. Из-за этого чуть не хотел, чтобы замата. Ну так получилось, там балансировался. Твоя победа сегодня, да, ответ тем, кто говорил, что у тебя психологический барьер в финале, да? Вот ты два раза был в финале, и вот с третьего раза наконец-то ты стал чемпионом мира. Ну да, уже два раза был в финале, проигрывал. Все ждали только золота. О чем думал со вчерашнего дня? Что третий год подряд в финал? Я только думал о первом месте, все. У меня других мыслей не было. С утра чем занимался? Хорошо ли спал? Как проснулся? С утра проснулся, взвесился, покушал, поспал. Обедом проснулся, еще раз покушал, лежал, отдыхал. Вчерашние схватки свои не пересматривал? Тяжело вчера же удалось? Ну, пару моментов посмотрел. И так целый день боролся вчера, еще ночью смотреть схватки. Устаешь от борьбы тоже. С весом проблем не было? Да? Не было. Но сейчас можно отдохнуть, если устал от борьбы. Ну, уже да, можно отдыхать. И надо. 65 на чемпионате мира лучше бороться? Слушай, что его мучаете? Чемпионом мира стал. В прошлом году зажали, но все равно есть Бог. Трудился и доказал всем, что номер один в мире – это он. Так что давайте пользу осучим, все его поздравим. Первая золотая медаль, для сборной команды России. Мы гордимся, что есть у нас такой, как Хаджимурат Рашидов. Так что дай Бог здоровья. Все, давай, на Олимпиаде тебе успехов, на Олимпиаде успехов. Спасибо. Давай, удачи тебе, дорогой. Вот так можно попасть в тренировочную зону и вместе с прессой. Дорогие друзья, мы находимся в тренировочной зоне чемпионата мира. Здесь 8 ковров. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, извиняюсь, 6 ковров. Здесь все разминаются и выходят на борьбу. Я давно хотел здесь попасть, и на втором дне соревнований мне удалось. Круто. И вот самые топовые спортсмены. Вот Гаджимурат Рашидов стоит. Поздравляю! Как прошел за третье место в борьбе? За третье, честно говоря, такой напряженный был. Ответственность очень большой была. Во-первых, перед всем народом я извиняюсь искренне. Но... Что не прошел финал, да? Да, моя задача была как бы финале. Выиграть, поднять флаг нашей страны. Я перед всем извиняюсь, что так получилось. Ну, почему, что тебе не хватило? В прошлом году ты боролась в финале, в этом году не вышло. Я вот во время соревнований заметил, что когда за выход финал бороться, вот очень трудно, оказывается, когда дома. Когда все народ приходит. Психологически трудно. Психологически очень трудно. Если любой точка мира к нам был бы, я вот свободно боролся бы. Здесь как бы ответственность большая. Из-за этого. Очень такой. Ну, у тебя лицензия плюс бронзовый медаль, ты доволен выступлением? Конечно, как суждено, все было, надо быть довольным. Просто ошибки надо исправить, работать надо еще. Ну, у тебя впереди вторая Олимпиада. И что, думаю, в Токио твоя мечта забывается? Будем пахать, работать, еще раз работать. И радовать будем народа. Казахстан, да? Казахстан, Алга. Ага, рахмет. Да, Вич. Так, давление, да, психологическое давление? Все, дома, вообще да? Трудно, прикинь, дома бороться. Ответственность большая же вообще. Очень. Yeah. Ответственность большая. В другом месте было свободно, можно было. Капец, переживали последний. Oh, my friend. Заставил переживать нас. Заставил полировать. А физически устал, да? Не, физически вообще не устал. Просто психологически давление было, да. Перед народом как бы ответственность большая. Поздравляем, удачи тебе на Олимпиаде. Как я делаю, да? Исмаил дает автограф. Дай-ка подержи. А, подержи. Да.
позор. Как получилось, блядь? Чемпион и призер готовятся к церемонии награждения. А сейчас выходит Угуев. Congratulations. Are you tired? Are you tired? Tired? Are you happy? Okay, good luck. Goodbye. Thank you. The organization is great. They have been so accommodating. I have never had a facilities where I was able to sauna and jump into a pool over there at the Velodrome. So I love it. They have been so accommodating. It's been great. Она говорит, что тут этот город мне очень понравился. Я был в разных местах, как японская Якитория, и принимал нашу культуру. Она ей очень понравилась. И что она почувствовала? Сейчас чувствует, когда она чемпионка. Well, you saw me cry for 45. Please don't cry. Yeah, I cried for 45 minutes. How do you think I felt? I couldn't contain it. It was overwhelming, but it's been something that I've been working for so many years, and I made it, and well, yeah, I couldn't stop crying. It took me a while. Она говорит, что я вполне имею право так радоваться, так плакать, потому что она очень долго тренировалась, и для этого, чтобы достичь этого, она достойна была. А сколько она сколько раз выигрывала чемпионат мира или какие-то места занимала? How many times do you take championship? Like first place, second place, third place? Last year I got third. That's it? You have won two competitions? Well, the first year in 2017, I came in third place. Oh, I got it. Anna. but it's Jared. Only for three times you already take first place. Она в 2017 году принимала это участие, но она вообще место не взяла. А в прошлом году она выиграла второе место. Третье место. Вот в этом году уже на третий раз она выиграла чемпионат. В чем ее секрет успеха? What's your secret for your success? It's the God in me. There's no secret. I just let go and let God. I believe in myself. All the people that are believing in me, they help me believe. There's no secret. И пожелание. Это переводи. Да. Это было все вера. Вера в себя, вера ее команды в нее. И благодаря этому она стала вот чемпион. Good luck! Thank you, Maxim. Это потому что поддержка большая. Да. Спасибо всем, Казахстану. Что болею так, чувствовал как дома. Саул, ты чуть-чуть не уложился в тот счет, который тебе предрекал Гаджимурат Рашидов. Он сказал 6-0, ты победишь. Не знаю, так получилось. Финальная схватка всегда тяжелее будет. Но этому сопернику ты уже раньше проигрывал. Да, я взял реванш. 2 года назад ему проиграл, а сегодня досрочно выиграл. Я рад. Я долго готовился к этому чемпионату. Провели 3 сбора отличных с своим личным тренером. И за весь отвечает Владимир Мадасян. Спасибо им, спасибо нашей команде, нашим тренерам, врачам, докторам и также сборной Дагестана, врачам. Спасибо всем. Традиционный вопрос, кому посвящаешь победу? Еще не думал, я думаю. Спасибо. Но сейчас вы решали между собой, кто в итоге является сильнее. Он победитель континентального первенства, ты мировой чемпион, но в итоге ты оставил победу за собой. Конечно, этот... такого... уровня соревнования это важнее, чем по молодежи. Почему не удалось положить на лопатки, удержать на лопатки? Не знаю, как-то ушел он. Хотелось, но не получилось. Во второй половине схватки начал действовать гораздо активнее. Это в перерыве тренерский штаб. Да, главный тренер сказал, чтобы работать, не останавливаться. Делал приемы, чтобы вообще не останавливаться, только вперед.
Вы вдвоем в комнате живете с Рашидом? Да, мы вдвоем в комнате живем. А какой, какой номер у комнаты, если не секрет? Золотой. 827. В прошлом году после чемпионата мира, ну, вы сделали рокировку на Европе, проиграл в финале ты, на чемпионате мира проиграл Гаджимурат. Ну, сейчас этом... наконец-таки договорили, чтобы мы первые стали оба. Чтобы знали. Альхамдулилла. Вас давно нужно было заселить в одну комнату, одним словом. Мы всегда жили, но не получалось выиграть. Мне кажется, я тебя в шутку мотивировал в самом начале соревнования. Я сказал, что Рахман Минтулаев заявил, готов выйти на замену тебе в случае чего, если ты получишь травму, мне кажется. Может, может, мотивировал. Рашидов когда-то же тоже боролся с наилегчайшим весе, как это. Вы на ковре встречались? Нет, ни разу не встречались, только тренируемся вместе, отрабатываем вместе, готовимся вместе, живем вместе. Хороший друг, хороший брат. А на тренировках боролись? Да, боремся. И кто у кого баллы берет чаще? Конечно, он. Ну, я тоже без балла не остаюсь. Но ты теперь двукратный? Да. Чувствуешь, что это совершенно другой уровень? Да, это совсем другой уровень. Уже соперники готовятся по-другому, уже смотрят по-другому. Каждый настраивается, каждый хочет выиграть. За это мне приходится два раза больше тренироваться, два раза больше готовиться, настраиваться. Тяжело устоять. Самое главное, как будешь праздновать его? Как будете праздновать? Еще не думали, но когда придем в номер, посмотрим. Сейчас хочется отдохнуть, выпить колу. Олимпийская лицензия, следующая остановка Токио. Да, остановка следующая Токио. Увидимся там. Внутренняя конкуренция вообще, насколько весит? Серьезно, и с кем предстоит? Не знаю, все достойные ребята. Видно будет ближе. То, что ты к Олимпиаде подходишь, будучи двукратным чемпионом мира. Ты понимаешь, какой я там на нее буду выходить? Там 4 складки всего будет. Там уже будет настраиваться по-другому. Уже надо будет 3 раза больше тренироваться на ковре и вылаживаться вполне. 2 дня бороться без провеса нормально? На легчайшем весе? Все тяжело. Для многих это проблема. Конечно, тяжело 2 раза. Боремся, весь гоняем, через 3 часа боремся, не восстанавливаемся. Кто-то не восстанавливается, кто-то быстро восстанавливается. Из-за этого тяжело. Даже второй день надо держать вес. Тяжело, конечно. Но уже привыкли, нормально. После вчерашних схваток сколько весил гонять приходилось? Нет, не приходилось. Было 400 грамм лишних. Само сгорело. На утро была норма уже. Вы в Токио были на соревнованиях? Не были. Интересно? Конечно, интересно. Хочется. Чего ждете от этой страны? Не покупать? Чего ждете от этой страны? Что еще? Не знаю я, но одно знаю, едем. За медалью. Вот. За золотую медаль. А по Казахстану успел прогуляться? Ну так, прогулки сделали, а так по городу еще не успели. Еще есть 2 дня, погуляем, посмотрим, что здесь есть. Сегодня перед своим финалом много времени было, практически день. Чем занимался это время? Покушал, отдохнул, восстановился. Прогулку сделал, обед сделал. Настраивал себя на финал. Пришел. Настроился, уверенно вышел. Только мы сюда приехали, только за золотой медаль. Из-за этого приходится улаживаться до конца. Когда вчера ложился спать, ты понимал, что ты последний раз однократным ложишься? Думал. Думал об этом вообще? Да, думал. Заур, после прошлогодней победы в Будапеште ты пересел на Ладу Приору. Сейчас пора менять машину? Да, уже пора. Для двукратного не солидно на Приоре ездить, да? Да, ну... Есть смысл, Марка? В смысле, на колени, что ли? Да, ребята. Какая любимая марка машины? Ну, Lexus 570. Это мы представляем. А с Приоры на Lexus 570 не рановато? Нет. Уже пора. Уже пора. Осы қайтып күн астына бүгін. Бүгін өтті толық. Жүй күн асты, онда там бұл 2 чемпион жүр белінде, е? 2 Дагестан, Россия, Бағыстыр әулық. Жалы қайты туындылар, онда премьерінде бейе қа көдетті, аны де өдетілер, де қайты студия қайта болықты аны. Қайта кенер, кенер, қат басты емедетті олық, ата қылдыр ол, ата қылдыр олдыр, де? Көенде егер болықтырына ата қылдыр олдыр. Ол құтты кенер, екен досырошына кенді финалға. Финалы кейділер, онан бұл ана бейге өттен 9-9 дейін бұл
выступлениях тех быть Берлин Кеннер была она кто-то на первых лидер тер он на таки мана ту что любит игре мне бед квотер бутигар а я так играет так да он на то мана атакующий стиль для горожан Берлин Берлин не брал а кайл да он был она бьешь это на фоне тер на то квотер был тренер был сел такой все тех барин на метан Ehipki Olimpiadaga bir tane bakıyor gitti Ali Ernebet bir gol atar bu kolları teknikalarına güçlerinden muhtarından hayavatlar hani var fighter batlar adam bana bir gibi просто çok bunlar mentalite bunlar da fena da ona arı kimentiyle düştüğü hayır aktif ne düştüğü ne kadar yapıldı ne var çok arabi hani diye kredi hani kete stafet ne mana stafet ne bir kim bir de eder gazla otorobot Onun bulan tabi bu olaylar hani alışıyor. Ben aslında elbette anne de şampiyonatı yapıyor dedim ama ben de kurdum şampiyonatı kurar. Onun için de listeler gibi bir soru yine var. Ama bunlar ne çok iyi bir problem var. Ne çok iyi. Onun bulan da tabi teri erken miye bir gün miye ben de kopya tutulur da. Diye o kadar. Şunlar listeler ki ham işi yoksa bir yemanda mı olur? Var tabi. Aslında bu sıfır internette kadar geçer. Onun bahane bu mikzona imbar da var diye. Tabi kurdum. Hasan'ın günü kırdık, kılgastık. Atın Rusyalar, olus bak kişi hediyeler, onu da bir hige, üç ol bud kişiler, Hasan altıdan bir kilden lahtarga, onu da bir hige, set kabut, olus arakan, bara bir bir lokatı bir hangal bıttar, Andrei Bikrenyov, Nikolay Khlopkov, Igor Dmitriyev, onun bulla ana bir hige olatar bıt, olak tuğ barına bir kişi yaptı. Bilgin önce bir hikaye etregelle tirayet neçiva, onun bulla ana tuğ bar, bütün bir endurum bıt, olak Kabirten hılan takıktı bu. Top kırk bir birime. Top yeter bende. 300 çeker sahagal diye çıktı kalbit. Barıgal zekerle kalbit ter. Onun ton kinerge bir hikaye. Kader mahtanan turan. Kader hediye metal belahtı tahbit. Onun ton ötü karala bırak bize ola. Bacak bakti hikayem var ama onun ton barı kovra bir di kuru ergi damar bat dakbit. Ne kovra cına bit bilgin. Kamu yoktur diye. Onun ton Bihigi bu tuztu, haka tuztu da, bende öse popüler ne buların tuğu gar. Bende ulan tuğul kadar gaya hassa hoki isen, med beyebini kadar yapıdın nada. Batta anda ödü barda bihidin koran turar, onun bihigi hassın hayatar dağını oluq, öyle hüfte medalan uruqtın nada. Gen, min handıybun, onunla ıngırabın. Atmosfera после чемпионата мира на улице. Люди стоят, никто домой не спешит. Все фоткаются. Фоткаются, общаются. Как же много народу, как же много автобусов, как же много машин и людей. Коля. Коля.